Вакцинацию в Белгородском институте искусств и культуры начинают с преподавателей. Всего их здесь более 300. Сегодня прививаются первые 30 человек. Вакцину для них привезли заранее. Нужно полчаса на разморозку. Вакцина должна храниться в специальных морозильных камерах при температуре минус 30 градусов. Но для транспортировки используются вот такие сумки-холодильники. Они могут держать нужную температуру минимум в течение 3 часов. Этого времени хватит, чтобы доехать в самые удаленные поселения области. После разморозки вакцина пригодна для использования еще 2 часа. Это в 2 раза больше, чем нужно времени для прививки 30 человек. Преподаватели пришли на вакцинацию в перерыве между парами. У нас 2:30 начинается занятие, я как раз успеваю. А почему решили вакцинироваться? Не хочу болеть. Потому что знаю, что болезнь протекает очень плохо, очень тяжело. К вакцинации нужно еще получить допуск. Обращаем внимание на уровень артериального давления, температуру прежде всего, на состояние слизистых оболочек, воспалены, не воспалены. Чтобы создать коллективный иммунитет, руководство института планирует привить более 60% преподавателей. Со следующей недели начинается вакцинация и студентов. Уже сформировано 8 групп по 20 человек. И на протяжении следующей недели начнется вакцинация студентов. За 2 недели, может быть, раньше, мы планируем, намерены завершить эту работу. Илья Лядвин, Каун, Павел Емелин. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.